Работая лишь с линиями, можно потерять ощущение объема. Мы с самого детства смотрим по телевизору рекламу и мультфильмы, читаем комиксы и привыкаем мыслить к категории контура, а не формы. В этом видео я покажу вам, как вернуть ощущение объема, рисуя при помощи формы. В детстве вы могли рисовать в детских книгах рисование, где формы разбивались на геометрические фигуры, типа кругов, треугольников и прямоугольников. Для детей, которые хотят научиться рисовать динозавров, этот подход может быть полезен. Но его минус в том, что вы так и не учитесь мыслить в трех измерениях, потому что эти формы просто двухмерные абстракции. С их помощью можно нарисовать динозавра лишь с одного ракурса. Поэтому если вы хотите нарисовать какой-нибудь объект, например, эту кофейную кружку, или просто вымышленный объект, лучше всего представлять его как сумму простых трехмерных объектов. Поэтому сперва представьте кружку как сумму трехмерных объектов. Так вам будет проще поворачивать их в своем воображении. Так вы сможете представить их с ракурсов. Как иллюстратор я могу подтвердить, что эта техника более гибка и универсальна, чем работа с одними лишь контурами и двухмерными набросками. Как правило, рисование подобных форм – это лишь первый этап. В дальнейшем вам придется обработать начальный вариант, чтобы получить качественный результат. Это лишь первое предварительное рисование до того, как вы вплотную приступите к работе. Так что, хотя итог моей работы – это чистый контур, я все равно начинаю с работы своего понимания и структуры объекта. У этого подхода много преимуществ, но самое важное – способность представлять объект в трех измерениях. Упражнение для вас – это найти объект на фотографии или же в окружающей вас обстановке, и затем постараться нарисовать его со всех мыслимых точек зрения. Это здорово тренирует ваше зрительное мышление, это куда труднее, чем вам может показаться. В дальнейшем это поможет вам более ясно представлять фантастических существ, которые будут рождаться в вашем воображении. Так что найдите какой-нибудь простой объект, сначала нарисуйте его контуры, а потом постарайтесь представить и нарисовать его с разных точек зрения. Спасибо за внимание и желаю удачи в упражнениях.